Все, а вон, видите? Стойте, 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 стойте. Стойте, не трогайте. Стойте, стойте. Не трогайте. Вот, смотрите. Да, да. Это как называется? Нарушение. Все. Вы когда-нибудь гуляли у Напарстки? Я йшла по рынку и увидела одного симпатичного молодого человека, который вот так вот совал. Меня это заворожило, и я решила поудельничать. Хотя, звичайно, вельми не люблю, когда меня дурать. И неважно, кто это. Кандидат в президенты, мой хлопец, ти тата с мамой, кажуть некую неправду. Я поудельничала, и мне здавалося, что с моей назиральностью, с моей логикой я докладно буду ведать, у яким из этих напарсков находится шарик. И натурально, что первые два раза я не угадала, третий угадала, четвертый угадала, але коли ставки были наивысшими, я проиграла. Вырешила наступный раз, проходячи мимо этого хлопца, попросту стать сбоку и поназирать. У таким разе мне здавалося, я нічого не проиграю. Ні гроші, ні емоції, не розстроюся. Я назирала, прийшла інша молода дівчина і проиграла половину свого заробку. Третій раз я вирішила попросту пройти мимо, не звертаючи увагу на все. Мені здавалося, мені попустить, я у гэта не заангажаваная, мені гэта не тычыцца. І проходячи мимо, я пачула недзе здалёк-здалёк крики, нейкую волтузню. Гэты махляр надурыў третий раз. А у дадзенай ситуации, у ситуации выбораў, штука ў тым, што мы ўсе тым ці іншым чынам гуляем у гэтую гульню і заангажаваныя ў яе. Таму тут лепей, канешне, ведаць, што адбываецца. Каб пазней, магчыма пазней, зрабіць правільныя высновы, мець аргументы і факты, якія прадаставіць грамадскасці, прадаставіць людзям, прадаставіць тым, хто гэтым займаецца, хто гэта аналізуе, хто робіць высновы і змяняе сітуацыю, каб нас болей не дурылі. Таму і ты назірай за гісторыяй.